Власти Нью-Йорка демонтировали памятник Эдварду Сноудену, который появился в городе прошлой ночью. Незаконный монумент бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности, который выдал государственные секреты США и сейчас скрывается в России, установила в ночь на понедельник группа анонимных художников. Бюст Сноудена появился в бруклинском парке Форт Грин, на одном из столбов монумента, посвященного памяти погибшим в войне за независимость США. Видеозапись процедуры установки изваяния появилась в интернете. К полудню понедельника работники парка накрыли колонну синей брезентовой тканью. Полиция начала расследование на предмет порчи городской собственности. Еще через несколько часов работники муниципальных служб сняли бюст с постамента и увезли его, не снимая брезента. Создатели памятника обнародовали обращение, в котором заявили, что, цитата, «стремились возродить интерес к мемориалу и напомнить посетителям о жертвах, которые мы приносим во имя нашей свободы». Конец цитаты. Напомню, что власти США обвиняют Сноудена в государственной измене, утверждая, что он нанес непоправимый ущерб американским спецслужбам. На родине его объявили в международный розыск и хотят предать суду.